Вести Урал совместно с благотворительной организацией «Русфонд» продолжают рассказывать о детях, которые нуждаются в вашей помощи. Сегодня история Оли Кулагиной. У девочки врожденный порок сердца. Рассказывает Ирина Новак. Мы любим очень читать книжечки, собираем конструктор, пирамидки, укачиваем кукол. Годовалой Оле хочется побегать, но девочке разрешены лишь малоподвижные игры. У малышки врожденный порок сердца. Конечно, плакали, честно переживали, очень переживали сильно. И сейчас, если какие-то такие ситуации начинаю в интернете читать, не могу спокойно это все переносить. Обследования подтвердили, у девочки не один, а даже два порока сердца. Дефект межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток. Первый к году закрылся, а из-за второго до сих пор происходит выброс лишней крови в легкие. При длительном попадании крови в легочную, получается, артерию, происходит необратимая деформация легких. Появляется также сердечный кашель, который впоследствии не всегда можно будет вылечить и как-то исправить. В дальнейшем это может вызвать отставание в развитии и страшные осложнения. Уже сейчас девочка быстро утомляется и болеет каждый месяц. У нее снижен иммунитет. Одеваю, смотрю, чтобы она даже босиком на пол не пускала. Даже Аня говорит, не надо, пускай пробежит. Я говорю, нет. Просто боимся. Девочку может спасти операция. Провести ее нужно как можно быстрее. Но для этого требуется специальное устройство. Оле требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. Это позволит остановить развитие осложнений. Аппарат стоит почти 340 тысяч рублей. У Кулагиных таких денег нет. Кроме Оли в семье подрастают еще два брата-двойняшки. Спасти сердце малышки можете вы. Для этого нужно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Это новый номер для региональных проектов Русфонда. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. В ответ вы можете получить сообщение с просьбой подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Ирина Новак, Вячеслав Наумов, Вести Урал.